Здравствуйте! В эфире программа «Тема дня». Сегодня у нас в гостях специалист по стратегическим коммуникациям, политтехнолог Денис Богуш. Денис, здравствуйте. Добрый день. 29 апреля в среду в Одессе стартовал Всеукраинский форум молодых ученых «Одесса Смарт Форум», который собрал, думающую, активную молодежь Украины по самым разным областям знаний, если так сказать. Вы являетесь приглашенным гостем, участником этого форума. Насколько я знаю, сегодня вы уже провели лекцию в рамках этого форума. Расскажите, о чем была лекция, и вообще о своем участии в данном проекте. Во-первых, хочется выразить большую благодарность организаторам, которые в городе Одессе сделали такое уникальное совершенно мероприятие. Я, подобного не видел. То есть форум, в котором участвует несколько университетов, фактически это форум, который объединяет там несколько конференций. И там была моя лекция, одна из вступительных лекций на тему, как создать новую элиту. И фактически об этом... была, так скажем, новая элита презентация. В политике, в стране, в каких-то сферах в стране, или в целом? Нет, в стране. То есть, и больше в управлении государством этим. То есть, у нас фактически политика является инструментом для того, чтобы попасть во власть, а во власть они уже там как-то управляют. Очень интересная тема. Да, и вопрос-то в том, что ее нужно создать. То есть она автоматически как-то не возникнет. Вот то поколение, которое там может, например, сменить это поколение, оно ничего не поменяет, потому как элиту нужно делать. То есть специально, и это многолетняя задача. Вначале нужно придумать, как это сделать, а потом ее фактически воплотить. И такие технологии были, например, в Советском Союзе, когда формировали из людей обычных советского человека, они попадали в систему воспитания. В системе воспитания были октябрята, пионеры, комсомольцы, партия, где фактически была система образования и система воспитания. И эта система воспитания фактически формировала советского человека. То есть в каждом возрасте он получал необходимые данные и знания, которыми он должен был оперировать, и в итоге получался советский человек. Соответственно, была элита, которая была там комсомольская элита и партийная, которая там обучалась в своих университетах там марксизма, ленинизма и там специальных там подготовок, разные стажировки были, которые тоже воспитывали управленцев, но специальных для того государства, которое было. И сейчас, в этом государстве, уже прошло 24 года, и фактически никто не задумался над тем, что нужно готовить какой-то кадровый резерв, который зайдет, и он будет эффективно управлять. И Майдан показал как раз эту ситуацию всю. Когда... Майдан 2014 года. Да, конечно. Майдан достоинства, который показал, что были одни, и резко поменялись на других. И фактически эти другие, которые пришли, как от Майдана, которые делегировали, они фактически не выражали и не выражают чаяния народа. И вообще вся система власти, которая сейчас существует, она очень громоздкая. И поэтому даже в ситуации войны 50% всех действий, связанных с обороной, делают волонтеры. То есть это невозможно. Да, и фактически народ помогает этому государству как-то меняться. А государство — это очень сложная бюрократическая машина, и там очень сильно засели люди, которые там годами, поколениями находятся во власти, и это огромная проблема. То есть, по сути, запрос на появление такой элиты, он сегодня есть, он назрел. Запрос есть, а молодое поколение, которое сейчас есть, например, кому там 25 лет, я его называю стерильным поколением. То есть это поколение, которое никогда не было октябрятами, никогда не было пионерами, никогда не было комсомольцами и партии. Они не знают, у них не ёкает здесь, когда куранты на Новый год бьют. И они вообще не понимают, при чем тут Москва. То есть, им непонятно. Они родились в независимой Украине, mm-hmm. и они не связаны с этими всякими стереотипами СССР. То есть мы говорим о том, что раньше была некая модель, по которой воспитывался человек. Конечно. На определенных этапах. Модель эта пропала, а ничего другого и ничего нету. Не предложили. Они где воспитываются? Они воспитываются в семье, то есть семья дает. Они воспитываются на фильмах. И они воспитываются, например, в школе, в институте, на каких-то таких, но это они больше не воспитываются, они там учатся, но еще и опыт какой-то получают. И фактически мы не имеем людей, которые могут попасть в элиту.
Вот Верховная Рада, она поменялась на 50%, люди, ну зашли новые. Но эти люди, это общественные активисты очень многие, там САТО кто-то, они очень патриоты. А им очень все хочется, они хотят поменять это самое. Но просто не хватает знаний и умений. Где потом взять эти знания сегодня? Вот мы говорим о том, что запрос созрел, все-таки на основании чего и что брать за основу? Ну, если говорить про тех, кто попал в Верховную Раду, то они вот за полгода, я думаю, поняли, куда они попали. Ну, вот эти, которые новые. Они уже там, ну, по чуть-чуть, я думаю, поняли, что такое законотворчество. Через год они станут такие, как предыдущие, если бы те тоже попадали так же. Но чтобы реально управлять страной и правильно, и регионами, нужно воспитать и создать целую элиту, которую нужно готовить, ну, по моему мнению, где-то 6 лет. Ну, точно так же, как октябрята, пионеры и так далее. Но просто по методикам, которые новые и которые необходимы этой территории. И у вас есть что предложить, насколько я знаю? Вы да, у меня издали, есть, да. Я написал книжку после Майдана, у меня возникла такая мысль, вот когда я увидел, когда одни на других поменялись, и увидел, что коррупция, все, ну все то же самое осталось. Мало того, сейчас вот это новое правительство Яценюка, оно начинает там, вот, ну, прокуратура, дела, ну, против нескольких людей, которые были в первом правительстве Яценюка, ну сразу после Майдана, там, со свободы. Вот, я написал книжку, которая называется «Сила земли». О чем она? Она называется «От национальной идеи до воспитания новой элиты». Сила земли, откуда название «Сила земли»? Как-то, ну, я там, ну, гулял, так скажем, по Майдану, когда это все дело кипело, и у меня там был один знакомый с Прибалтики, и он говорит, ты знаешь, вы тут, ну, он, ну, сбоку же это все видит, он говорит, вы знаете, вы тут разбудили землю. Вы тут, вот нечто такое произошло, что вот стало преобразовывать события и людей. Фактически Майдан же, ну, организовался после побития этих студентов за один день. То есть вышли люди там, ну, больше киевляне, это был 1 000 000 человек. И что они делали? Они же не просто стояли, они самоорганизовались. Одни стали там, например, собирать там вещи какие-то. Одни собирать деньги, третьи еду, четвертый ее готовить, то есть борщ готовить. То есть распределились функции между этими людьми. Ну, кто-то стал охранять, оно распределилось на сотни, на курени. То есть фактически возникло некое государство, которое очень похоже или на Запорожскую Сечь, или на Киевскую Русь, вот, ну, например. Ну, хотя про Киевскую Русь мы, ну, не так много знаем, но вот нечто, как бы, произошло, которое не похоже на то государство, которое оно сейчас. И образовалось путем самоорганизации. И оно, да, и оно стало, и оно возникло. Людей. Да. И вот эта сила, ну, которая это начала, это вот я называю сила земли. То есть возродились некие родовые корни у людей, и они стали действовать по-особому. Дело в том, что, например, вот, ну, почему проблема в Донецкой и Луганской области именно? Потому что там у людей идентичность вытерта. То есть у них традиции как бы не осталось, вот те, которые есть там в центрально-западных, а они, ну, воспитаны на русских сериалах, на обычных праздниках. То есть им разницы между Украиной и Россией в принципе нету. Ну, то есть это опять же возвращаясь к тому, что, ну, не было никакой модели, по которой готовили людей. Конечно, и государство этим вообще не занималось. Ни в Крыму. В Крыму вообще не занималась, а в Донецкой и Луганской области не сильно занималась. И теперь все мы вот как бы пожинаем, да, собственно говоря, и получается, результаты. И сейчас фактически вся идентичность, она заключается в том, что судорожно, ну, Одесса, например, Харьков, Николаев, вот все, которые приграничные области, они, ну, что делают? Они рисуют желто-синим заборы, шарики, флаги. То есть это вот единственная идентичность, вот как они это понимают. Ну, опять же, потому что другого, конечно, никто, да, не предлагает, да. А то, что есть там, например, там, ну, каждую там неделю какой-то есть традиция, какой-то праздник, вот что-то надо делать, какие-то традиции семьи есть. Есть какие-то основы, там, например, там это дидух, там эти крашенки там, или пышенки. Конечно, есть масса своих традиций, конечно, хороших, добрых. И вот это третье направление, что должна знать элита. Потому как если она знает вот это все, то она не даст... Ну, то есть она будет совершенно по-другому действовать. Скажите, пожалуйста, Денис, как прошла сегодняшняя лекция? Это, ну, по сути, такой небольшой разогрев перед вашим мастер-классом. Mm-hmm. Как, в принципе, возвращаясь к теме нашего разговора касательно Одессы, смарт-форума, как реагируют люди, насколько... Очень... Как восприняли вообще? Ну, во-первых, ну, это же полный зал. То есть там реально это на детской киностудии целый павильон, очень много людей. И в конце, после лекции, были вопросы. И... Очень много было вопросов, вот, именно практически, а как это сделать?
То есть, а людей вот... волнует этот вопрос. Не, они мало того, они говорят, давайте мы присоединимся к вашей инициативе. То есть они думают, что я уже это как бы уже делаю. То есть я просто как бы ну, сделал затравку для того, ну, для обсуждения, потому как вообще пусто в этой стране. То есть, ну, мало кто на эту тему задумывается. А это надо, чтобы ну, не одна такая система, а было, например, конкурирующих 5. Ну, судя по вопросам, я понял, что эта тема интересна. Просто она, ну, я не уверен, что так может вообще там супер интересовать. Вот молодого человека. Но я видел, что интерес есть. Да, интерес. О чем еще будете говорить и чему еще будете учить, если так можно сказать? Завтра будет мастер-класс по тому, как создать из себя, из своей личности, из своего образа, там, имидж успешный или даже бренд. То есть как успешно себя, грубо говоря, продать и быть или сделать себе успешное позиционирование в той отрасли, в которой ты находишься. Здесь наверняка уже спектр вопросов. Конечно, это уже всем интересно, это всем уже интересно, это в любой профессии это важно. И тут есть там куча технологий, начиная с ораторского искусства, заканчивая там, ну, каким-то банальным маркетингом. Ну, когда ты там делаешь анализ рынка своих, ну, своего окружения или ты там применяешь какие-то технологии для понимания ситуации. И вот как умение себя ну, продвинуть, даже с помощью каких-то коммуникативных инструментов, вот будет завтра. Не будем этом. Пока раскрывать всех да. секретов вашего будущего мастер-класса. Скажите вот лично вам, чего вы ждете, каких ощущений, каких, может быть, эмоций от общения с молодыми, талантливыми, украинскими ну, учеными, да, в какой-то степени? Ну, во-первых, мне, ну, вот ощущение, когда приезжаешь в Одессу, это другое ощущение, чем в Киеве. И тут вот это море впечатлений, которое тут есть, оно мне нравится. И тут ну, своеобразно юмор, своеобразно говорят, своеобразная культура. И тут очень продвинутая молодежь. То есть она, ну, к сожалению, уезжает потом, вот самая продвинутая, но тут очень много талантов в Одессе. Мы тут работали когда-то. Два с половиной года у нас был проект в Одессе с властью. И ну, я тут много разных исследований делал. То есть я так Одессу чувствую. У меня тут куча родственников, кроме того, и в Ильичевске, и в Одессе. И Одесса сама по себе очень творческий, очень сильный город. И вот как раз вот такие идеи, я думаю, тут они очень легко воспринимаются. Другой вопрос, что тут сложно воплотить некоторые вещи, то есть это воплощать надо или в Киеве, или за рубежом многие вещи. Но в любом случае, я думаю, что ну, будет интересно всем, кто придет. В самом начале нашего разговора вы говорили о том, что, ну, по сути, уникальный проект для Украины, вот тот, который сейчас происходит в нашем городе, Одесса Smart Forum называется. В чем уникальность, мы тоже сказали. Но вот на ваш взгляд, эта платформа может действительно стать какой-то стартовой точкой отсчета, ну, откуда начнется... не знаю, создание новой элиты, в том числе научной, политической, там, в любой сфере. Я думаю, что организаторы сейчас осознают, что они сделали, потому как вот, ну, это реально очень интересный форум, когда есть несколько площадок одновременно, несколько университетов делают какие-то события, и я думаю, что будет, ну, во-первых, он станет ежегодным. Во-вторых, он может превратиться в площадку для коммерческих проектов. То есть фактически, когда собирается столько умных людей, они начинают продуцировать, ну, когда объединяются идеи, ну, продуцировать нечто. И тогда тут можно, я думаю, что на базе каких-то новых технологий, типа коворкинга или других каких-то ну, подобных таких моментов, можно потом делать... какие-то проекты, которые можно потом даже продавать и так далее. То есть я тут вижу совершенно прагматичные ходы, которые возможны. То есть перспективы, в принципе, да. довольно широкие. Конечно. То есть, ну, это все зависит от желания и силы веры в себя организатора. Ну и, конечно, от активности участников самих. Активность участников, как я увидел, есть. Угу. То есть, в принципе, есть большая потребность в таком, объединение вот таких вот научных усилий, тем более молодежных. То есть еще когда есть энергия, еще что-то хочется сделать, там, ну, всему миру показать, то я думаю, что это хороший механизм для того, чтобы вот воплотить там много разных идей. Слушай, ну будем надеяться, что так произойдет, как вы сказали. Я благодарю вас за беседу и напоминаю, что у нас в гостях был специалист по стратегическим коммуникациям, политтехнолог Денис Богуш.